Ну что, Москва, встречай шахтеров из Донбасса. Если что, мы уже 6 лет на самоизоляции. Москва очень сильно похожа на город родной Ровеньки. Везде есть дома и трамваи. О, как! У вас даже больше, чем 3. Столько 8 видео. Вот такая Москва, вот такой Ровеньки. Вот такая Москва, работаем, мужики. Вот, 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 вот. Конечно, конечно, феназепам с вареньем творит чудеса. Ладно, ладно, это все шутки, если серьезно, приехали к вам. Ну, город, конечно, красотища. И тебе театры, ВДНХ, да одних футбольных стадионов штук 5. Не, у нас в Ровеньках тоже своя футбольная команда есть, а форма такая, что ни у Барселоны, ни у ПСЖ такой нет. Да ладно? Да, брюки клеш. А шорты? Какие шорты? Там крапива по колено на поле. Ё-моё, Юра! Не, ну зато ребята в Лиге чемпионов УЕФА играют. А может быть УЕФА? Да какой стоят в клешах в крапиве? УЕФА! Не, ну вы не подумайте ничего такого. Шахтеры, они, ребят, не глупые. Ну кроме Пашки, конечно, там и выбрось, да. Мы его называем местный Зеленский. Мопед у деда отжал, а ездить не умеет. Да. А это вот Юра в депутаты баллотируется. Не, ну а шо? Морда у меня депутатская. Слышишь, ты, морда депутатская, а считать ты умеешь? 6-7 знаешь? Знаю. А 7-8? Конечно знаю. А дважды два? Знаю 4. Да ты мой пифагорушка. Ты что там стоишь, ржешь? Ко мне обратились, и по законам драматургии в КВН я должен спеть песню «Подсоби». Американцам всем конец! Об этом знает и юнец. Чип-чип-чип-чип с вакциной им ведут. У нас в России такого не будет. Ведь чтоб российский чип носить, нам рюкзаки всем надо сшить. Ши-ши. Трепещи, Илон Маск! Ну, понравилось? Вижу, понравилось, поэтому, пацаны, давай еще. Американцы... Вы что? Другую давайте. Другой нет. В смысле? Вы что, дебилы? А, значит, мы провели ДНК-тест. И вероятность того, что мы дебилы, составляет... О, процентов! Есть! Не, ну шо вы за люди, а? Кто там шокает? Святые угодники, вы кто? Мы из Министерства образования, мальчик. Ух ты, ух ты, вот такой у нас уровень образования. Да что вы такое говорите? До 5 класса все четко. А садики вообще все образцовые. Значит, ласточка, журавушка, тестостерон. Тестостерон? Ну да, бывшая радуга, понял прикол? Кстати, учитель года, понял, между прочим. По какому предмету? М? По барабану. Ха! Универсал, понял? Понял. Девушка, ну вы же из министерства, в конце концов. М-м. Жвачку достать можете? Чу, легко. Тебе какую? Турбо, лафыс? Хуба-буба, блин, идите отсюда, помощники. Ну что, шахтеры, откиснем как следует. Я даю тебе адреналин. Ну шо, здрасте, дамы и господа, и распечатанные на картоне ценители юмора. Свершилось! В Ровеньках открылся первый спа-салон! Здравствуйте! Вы шугарин делаете? Ну шуганите его как следует, чтобы икать перестал, а?
Мужчина, вообще-то это спа-процедура, и стоимость ее 7000. Ну вот, а вы говорили, не шугай. Спасибо. Занимательный факт. В гимне Ровеньков официально присутствует плач. А сейчас немного пошалим. Ровеньковская пара на выходе со свингер-вечеринки. Господи, какая стыдоба. Еще приперся с тортом, с биноклем. Спасибо, Анжелочка, послушали саксофон. Ну, вообще-то, изначально свинг — это джаз. Кто бы мог подумать, что они так переборщат с импровизацией? Иди уже! Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла. А на Ровеньковском рынке можно купить все, что угодно. Тик-ток, ютуб, CD-диски. Тик-ток, ютуб, CD-диски. Извините, а что вы продаете? Рупор. Дипломы микросхемы мёд. В провинции люди тянутся к культуре сильнее. Итак, в Ровеньковской библиотеке. Здравствуйте. Кондиционер сломался. Тогда в тенек. Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла. Одержимо танцуя на бит. В Ровеньках бесплатная медицина только летом. Ну, потому что зимой подорожник не растет. А уже знакомая нам ровеньковская пара посетила в Москве одну экспериментальную театральную постановку. А голая женщина... Пьер Безухов. А клоун с головой коня... Андрей Болконский. Так и думал. Да получается, Наташа Ростова... Лужа. Ну, Толстой бы офигел. Тургенев. Что Тургенев? Это Муму. А, тогда браво! А у нас в городе интернет есть далеко не у всех. Итак, суббота, мэр раздает горожанам их заказы с Алиэкспресс. Слышишь, ты собака бешеная, я мэр, а у тебя ни кола, ни двора. А вы это кому? Собаки бешеные. Иди гуляй! Ну что, мои хорошие, подходим, значит, разбираем заказы. Вот, Черняева, твой чехол на айфон. Кстати, зачем тебе чехол? У тебя же айфона нет. Ну это если так носить, а если вот так? Ну шо, Лубенко, нечем мне тебя порадовать, не пришла твоя шляпа. Ай, фиг с ней, она галимая. Да? Тогда на, дарю. Денег не надо, просто на карту скинешь. Так, значит, колебас, вот твоя чесалка для головы, твоя чесалка, значит, для спины, твоя чесалка для ног. Вот, спасибо. Вот, пожалуйста, не подходи ко мне. Ну шо, мой любимчик, вот твой квадрокоптер. Где летать собрался? А там, где красиво. Это где? А, например, над вашей дачей. У вас там ночью интересного. Сад, бассейн. А я это дело сниму и в интернет выложу в рамках борьбы с коррупцией. А вот это правильно. А вот все берите пример с Юры. Прям сегодня все возьми и выложи в тот интернет, который только у меня. Обожаю вас, мои придурки. А Виктор Павлович, а правду говорят, что интернет в России изолировать будут? Правда. Но вы за свои заказы не переживайте. У меня интернет никто не изолирует. Это почему? А я компьютер в огород закопал. Вот голова! Ну так мэр! Возьми себе на память, что было между нами. И что не сбылось, тоже возьми. Возьми себе на память, засыпанный снегами. Ой, друзья, так приятно.
Слушайте, ну мы все выступление показывали, что Ровеньки это прям провинция. Но на самом деле, по технологиям, мы с Москвой практически ноздря в ноздрю идем. Внимание на экран. Выполненный по последнему слову техники таксофон был установлен в центре Донецка. Например, вот идешь, сел, у тебя телефон, и все, что делать? А так вот есть таксофоны. Подошел, позвонил, и все, и проблема решена. Лучшие специалисты республики трудились долгие месяцы, чтобы решить эту проблему. И у них это получилось. А? Ну? Друзья, мы шахтеры, и для нас фраза «Слышишь ты, я тебя из-под земли достану» звучит не как угроза, а как очень даже заманчивое предложение. Поэтому мы единственная команда клуба, кого КВН достал в хорошем смысле этого слова. Команда КВН ОДДР «Ровеньки», спасибо за внимание. Ну что, Москва? Встречай шахтеров из Донбасса! Второй раз споем эту песню, споем и еще миллион. Москва с Ровеньками похожа, как Ким Кардашьян и Лимон. А вот такая Москва, вот такой Ровеньки, вот такая Москва, работает мужики! Конечно, конечно, окрошка на энергетиках творит чудеса. Ну что, второй раз к вам приехали и поняли? Ну, Москва, конечно, меняет людей, да. Это мы в Ровеньках, три накачанных мулата, а тут вот, видите? Балаболы! Господи, Юра, что это у тебя телепается? Ну ты или сними, или одень нормально. Лешенька, это Москва, тут все так ходят. То ли мода такая, то ли уже ввели штраф на второй подбородок. Пущай висит. Не, вы не подумайте, шахтеры, они, ребят, не глупые. Ну, кроме Пашки. Там, конечно, в башке греча. Павлик! Оу! Чё, какие новости? А вы вообще слышали, что в Беларуси творится? Там один мужик из бутылок трактор собрал! Ясно. Не, ну шо, шо говорить, если человек последние новости из журнала Speed.info узнает, да? Так, ладно, о серьезных вещах. В общем, перед игрой вызвал нас к себе бургомистр. Ну, мэр, по-вашему. Да. У нас в Ровеньках просто этот титул с 15 века по наследству передается, короче. Ну, мы заходим, а там вся ровеньковская элита. И герцог МВД, и маркиз ЖКХ. Короче, такую помощь пообещали, что победа будет за нами. С минуты на минуту вот ждем. Бежим, бежим. Святые угодники, вы кто? Глава Ровеньковской избирательной комиссии. Кому тут победу намутить? А-а-а. Такая помощь, да? Тогда не надо, до свидания. А чё это вы на меня орёте? А вас 30, а я одна. Нас трое, а вас двое. Ну плюс, минус, какая разница? А это еще кто? Независимый наблюдатель. А что от него коньяком несет? Ладно, зависимый. Доволен? Идите, жалуйтесь. Куда? В вашем случае в недоросгвардию. Ну что, шахтеры, откиснем как следует. Я даю тебе адреналин.
в Раеньковском океанариуме. Вау! Красота! А чё, прям вся сушёная? А? Ну так, к пиву строили! В Раеньковской химчистке. Здрасте, ну что там отстиралось? Обижайте, вот ваш заказ. Да вы шо, шо б я без вас делала? Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла. А чем больше магарыч врачу, тем лучше лечение. Здрасте, доктор! Здрасте! О, мы не воскрешаем! А, до свидания! Муж вернулся домой спустя 14 лет отсутствия. Вот, кукурузные палочки. Ну что, я разуваюсь? Нет! Медовые! Пошел вон! Ну, мам. Что, мам? Я твоего отца знаю. Это не он. Друзья, ну, вот мы вас немножко, конечно, познакомили с нашим городом, но для полного погружения вам просто необходимо посетить концерт в нашем ДК. Здравствуйте, дорогие друзья! В зале приятно пахнет сигаретами. Из колонки играет минус группы «Фристайл». А это значит, что мы с вами на отчетном концерте нашего Раеньковского дома культуры. Кошечка говорит «мяв». Собачка говорит «гав». А наши первые участники говорят, что крещеные. Встречайте, работники Раеньковской табачной фабрики, молодежный реп-коллектив «Сударь». Коротко и по делу. А Раеньки семимильными шагами движутся в Европу. И у нас уже появились свои первые эге-геюшки. Пока они немного стесняются, но тем не менее, встречайте! Павел Морозов, улица Вишневая, 23. Юрий Замятин, Ленина, 5. Вот так вот. Что с них взять? А наш концерт, как хороший самогон, набирает обороты. И на сцену уже рвется Раеньковский клуб исторической реконструкции. Дело в том, что Раеньки город молодой, и крупных исторических событий произошло не так много. Поэтому ребята реконструируют знаменитую битву при кафе «Лимпопо» в 2004 году. Вы только посмотрите, с какой точностью ребята воспроизводят события тех дней. Как точно они передают дух времени. Исторической точности добавляет и то, что в реконструкции участвуют сами участники тех событий. Наша гордость! Браво, ребята! Браво! Ну вот и все, друзья.
буквально через 5 минут в нашем ДК произойдет то, ради чего мы все здесь с вами сегодня собрались. К нам из города привезли рентген-аппарат. Чур, мы первые! Возьми себе на память, что было между нами. И что не сбылось, тоже возьми. Возьми себе на память, засыпанный снегами. Ой, ой, друзья! Ой, друзья, слушайте, ну город у нас очень приятный, замечательный такой. У нас даже массовые мероприятия не отменяли. Не, ну а как ты Ивана Купала отменишь, да? Коммунисты язычество не победили. Куда там какому-то вирусу? Команда КОН ОДД Ровеньки, спасибо за внимание. Ну что, Москва, встречай шахтеров! Опять мы поем ту же песню, мы просто меняем слова. Пускай Ровеньки и деревня в одном проиграла Москва. Нет вот таких у нас в городе Ровеньки, только рабочий класс. Конечно, конечно, Бруки замученные в скипидаре творят чудеса. Друзья, мы шахтеры. Обычные простые парни, ну такие как Джонни Депп, я не знаю, там, Брэд Питт, Кевин Спейси. Подожди, так он же вроде... Не, ну он красивый. Ну и все. Понял, я Спейси. Значит, смотрите, друзья, есть шахтеры умные, есть сильные, а есть Пашка. Там прям в голове фонарики. Представляете, первый из Ровеньков, кто согласился на себе новую вакцину попробовать. И бургер. Сначала вакцина. Значит, ладно, по делу. Перед игрой вызвал нас к себе бургомистр. Ну, мэр, по-вашему. У нас просто, помните, этот титул с 15 века по наследству передается. Короче, вызвал и говорит, команда, у вас пушка. Лично приеду в Москву с супругой вас поддержать. Вот ждем. Фух, чуть не опоздали. Мой как увидел костюм в детском мире, кричит: купи! Хочу в этом ровеньками править. Шо, молодежь, чем помочь? Да нам ничего не надо. Вы лучше в ровеньки купите аппарат МРТ. Ты в своем уме? Там и так у нас люди все грустные ходят. Вы еще хотите, чтобы они знали, что болеют? Так, все, спасибо. Дальше мы без вас. Ну что, шахтеры, откиснем как следует. Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла. А во время карантина многие получили выплаты. А где есть халява, обязательно появляются вот такие вот люди. Здрасте, мы к вам за выплатами. За какими? А я тебе говорила, спросят. А, давайте, нам 10 тысяч на ребенка. Так это ж чучело. А ты на нас посмотри, что у нас еще могло получиться? Так, все, девушка, вы, наверное... Ладно, если честно, мы с мужем уже давно планируем завести маленького. Так а большого у вас и не получится. Так, ребят, кто писал этот номер? Ну, я не могу с этими миниатюрами играть в миниатюре, а, гляньте. Издевайтесь. Ну, вы еще пожалеете. Ну да, разве что самую малость. Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла. А в Ровеньках не все так плохо. Есть место, где... Погон! Ну-ка, потише, шулер.
Да как ты догадался? Да как? У нас карты кончились, ё-моё, Лёша! Господи, что ты такое? Молчать, собака низкорослая! Я из Гаагского трибунала по защите прав маленьких. Наказаны 10 000 ударов плетью. И четвертование, и конями разорвать можно, я читала. Господи, как же справедливо вы нас наказали. Жаль, что Николай всего этого не видит. А что тут? Опа, попался! А ну-ка быстро переодеваться, циркачи, ё-моё, устроили маскарад. Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла. Друзья, ну вот вы немножко и познакомились с нашим городом. Но для полного погружения вам просто необходимо посетить наш Ровеньковский ДК. Добрый вечер, дорогие друзья! Из потолка сыпется штукатурка, из колонки приятно играет минус группы фристайл. А это значит, что мы снова на сцене нашего Ровеньковского дома, прости господи, культуры. Ну что ж, начнем. Ну, эти участники легко могли бы получить Грэмми. Ну, конечно, если бы все певцы в мире чё-то прям вот померли. Встречаем коллектив газеты «Вечерний оппозиционер» со своими сатирическими частушками о коррупции. Но сейчас-то вы всю правду узнаете. Да. На строительстве больницы кто-то лапу подогрел. Всем известна эта птица по фамилии. Нас так просто не запугать. Как бы ни было нам плохо, правду скажем все равно. А зовут того пройдоху Игорь Павлович. Но это война. Правду, гады, не задушишь. Правду должен знать народ. Открывайте, люди, уши. Деньги спер. Вот эти вот. Вот и подошел к концу наш концерт. Конечно, он мог быть и подлиннее. Ну и билеты по 10 рублей. Это недорого. Возьми себе на память, что было между нами. И что не сбылось, тоже возьми. Ой-ой, друзья. Ну, согласитесь, если бы мы не попали в КВН, то о нашем маленьком городке вы даже ничего бы и не услышали. А если бы увидели где-то название, то обязательно прочитали как «Ровеньки» или «Ровеньки». Так вот, сегодня мы с уверенностью можем сказать, что уже выступали не зря. Ведь теперь у каждого из вас в игре «В города» появился маленький такой козырь на букву «Р». Команда КВН ОДД «Ровеньки», спасибо за внимание.